Треба, каб у самой душа горела, каб серце, каб все это хотелось. И тогда и люди затекаются. О богатых народных традициях и искреннем увлечении фольклором. Ведущая стоит возле микрофона, да и туфель на сцене остался. О работе руководителя театра юмора. Люблю тое, жить-то жать, что большие ветки. Люблю того кавалера, что носит конфетки. О. История жизни и творчества Нины Лещенко. Ведущий всевозможных народных гуляний на Гомельщине. Вот так родился маленький шедевр. О кожевенном декоре посуды, декупаже и росписи стен. Это обыкновенные пластиковые бутылки. Но я думаю, что красиво. О том, как увидеть будущий предмет искусства в самых обычных вещах. Может, в помойку в ящик влезть, но достанет мне бутылку, которую принесет и скажет, вот должна из нее что-то сделать. Мастерица Марина Дудко о том, как, выйдя на заслуженный отдых, найти новую работу для души. Работаешь механиком, а это уже как бы по-новому, по-модному хобби. О деревенском ландшафтном дизайне с нуля. Знаю, что человек захочет, то сделает. Семья Сучковых раскроет секреты благоустройства сельского подворья.